снести или отремонтировать. В региональной столице началась масштабная инвентаризация детских площадок. Работа будет проведена по всей территории города и закончится до февраля. Работы по демонтажу или ремонту детских площадок намечены на лето этого года. Мы будем стараться максимальное количество площадок привести в состояние, соответствующих ГОСТам, то есть сделать их безопасными. Для этого на базе МБУ городской центр благоустройства и озеленения в 2022 году создана отдельная бригада для обслуживания и для ремонта детских площадок. Еще один важный момент инвентаризации – определение, на чьем балансе находится та или иная детская площадка. Особенно это касается площадок во дворах многоквартирных домов. Они все должны быть признаны общедомовым имуществом и переданы на обслуживание управляющим компаниям.